Запечатлеть взлетающий самолет на фоне яркого рассвета. В Барнаульском аэропорту сегодня провели спотинг или фотонаблюдение за летательными аппаратами. Спотинг уже давно стал одним из самых популярных хобби среди фотографов и даже просто любителей авиации. Чаще всего они снимают садящиеся самолеты, а для этого располагаются с аппаратурой на взлетно-посадочной полосе. Самолеты движутся со скоростью до 300 км в час. Запечатлеть их не так просто. Чтобы получился качественный снимок, фотографам нужен большой опыт. Мероприятие посвятили 20-летнему юбилею авиапредприятия «Алтай». Авторы лучших снимков получат ценные призы. Спотинг пройдет также завтра с 6 до 8 утра и 31 августа с 13:30 до 16 часов. А я напомню, на телеканале «Катунь-24» продолжается конкурс «Рассветы против закатов». Поэтому можно совместить спотинг с тематическими фотографиями. Условия конкурса просты. Загружайте фотографии рассветов и закатов в альбомы группы «Катунь-24» в социальной сети ВКонтакте. Призы уже ждут вас.